Ну а теперь, дорогие друзья, давайте с вами рассмотрим очень важный элемент любого маркетинга, любого бизнеса, а именно стратегия входа. Стратегия входа также важна, как закладывание фундамента при строительстве дома. То, какой фундамент вы заложите, такой дом у вас и будет. И так долго ваш дом простоит. То же самое при стратегии входа. Какие первые шаги вы сделаете в начале бизнеса, такой бизнес вы и получите. Какую дубликацию вы запустите, так бизнес ваш и будет расти. И очень важно в самом начале именно выбрать правильную стратегию. И также, дорогие друзья, каждая стратегия, она призвана в максимально короткие сроки привести вас к максимальной прибыли, то есть выйти в профит. И вот у меня есть стратегия, которая уже родилась на основе некой работы. И, на мой взгляд, моя стратегия, она подходит как и новичку, так и опытному лидеру. Что нужно новичку? Новичку нужно в максимальные сроки при минимальных затратах выйти в профит. Лидеру нужно примерно то же самое, но только ему нужно, когда он приводит новичка, чтобы его новичок мог максимально быстро выйти в профит. Даже при помощи самого же лидера. Да, вот если я как лидер привожу людей, мне важно, чтобы мои люди выходили максимально быстро и чтобы я им мог помочь легко. Чтобы, так сказать, моя душа свободна, была спокойна. Так вот, друзья, моя стратегия основана на особенности столов. Если мы с вами рассмотрим наши столы и не будем рассматривать первый и четвертый стол, так как они накопительные, то мы с вами увидим, что большинство столов, они как бы с тремя местами закрывающимися, да? Но есть два стола, принципиально отличающих от них. Это стол К3 и К6. И именно на этих особенностях и основана моя стратегия. Вот, я в большинстве случаев завожу людей по стратегии К1 и К6. И давайте посмотрим, почему. Если я завел человека на К1 и К6, то, чтобы мне вывести в профит человека в прибыль, мне достаточно всего закрыть ему две позиции. Первую и вторую. Он получает 40 тонн и 100, и 88 тонн. Того он получает 128 тонн. Я получаю при этом еще и рефералку. То есть человек сразу отбивается, и при этом он еще зарабатывает некое количество клонов. Если у него никого нету, то при сложении этих клонов он еще при этом зарабатывает 20 тонн. Я уже просчитывал. Итого человек сразу в профите в 20 тонн. То есть, либо он сам приведет людей и двоих по этой же стратегии, да, на К6, и он сразу в профите. Либо я ему помогаю, как куратор. Мне же не сложно. Два всего места закрыть ему. И он уже в профите. То есть стратегия, она в этом случае идеальна. Плюс 128 тонн. Это не такие большие деньги относительно других столов, которые выше. Да, это не совсем маленькая точка входа, $250, да, если в перевод на доллары. Но и не такая и большая. Если брать в контексте бизнеса, которым человек предполагает зарабатывать большие деньги, то, на мой взгляд, друзья, это вообще небольшая точка входа. Она, ну, я бы сказал, мизерная, но для кого-то она может показаться большой. Но бизнес есть бизнес, друзья. Если мы говорим о серьезности наших намерений, то, на мой взгляд, может быть субъективный, 128 тонн – это небольшая точка входа. То же самое, друзья, и с третьим столом. Так, то же самое, только за меньшие деньги. Я сейчас не буду рассматривать третий стол, но можно также заходить на К1, К3. Я же всегда стараюсь заводить партнеров по стратегии К1, К6. Это дает мне максимальный результат. И давайте сравним, допустим, в отличие, ну, сравним с другими столами. То есть, если взять стратегию К1, К7. Смотрите, друзья, чтобы зайти на 256 тонн, да, то есть человек заходит по стратегии К1, К7 на 256 тонн, чтобы выйти в профит, что нужно? Нужно троих закрыть, мы получаем 80 тонн, переходим в К8, и нужно помочь партнеру закрыться, чтобы он перешел в 8, и тогда у нас с вами из первой ножки выпадает выплата, и только в этом случае мы получаем профит. Как бы выбор очевиден. Там нам надо всего двоих перевести, либо помочь партнеру закрыться, поставить своих партнеров, либо клонов. Либо здесь нужно шестерых. То есть троих сначала и своему партнеру еще троих. То есть, ну,
Очевидно, что стратегия К1, К6 это максимально быстрая стратегия с максимально демократичной точкой входа. Так что, дорогие друзья, пользуйтесь данной стратегией. Больших вам всем профитов и больших команд. Удачи!